Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Нина Смирнова, и всегда продолжаю делиться с вами информацией. Ребятки, вчера я зашла в бот по заработку криптомонеты Tron, абсолютно без вложений. И что я сделала? Я запустила рекламу, где за каждого приглашенного партнера дают 100 монет. И сегодня утром, зайдя, каково мое удивление, у меня на балансе 2965 монет. Понимаем, да? Ой, минималка на вывод здесь от 1000. Давайте проверим его на вывод, этот бот. Потому что есть чат, когда мы при регистрации регистрируемся, мы подписываемся на этот, не чат, а этот, группа, то, что там вывод. Так, минимум 1000. Что тут пишут? Сент. Типа того, сумму прописать. Давайте 2000 пишу. 965. Точка надо, не знаю. Поставим точку. 0,0. Ну и отправляем. Так, копирую текст. Так, копирую и иду. Google переводчик, что сейчас напишет. С бесплатных аккаунтов нельзя снимать средства. Обновите свой аккаунт, чтобы разрешить снятие средств и получить дополнительные преимущества. В ожидании платежа, как только вы обновите свою учетную запись, ваш вывод средств будет отправлен автоматически. Ха-ха-ха. Ой, ну понятно. Ну понятно, без вложений не вывести. Надо вкладывать, но здесь есть как бы этот апгрейд. Вот. И апгрейд. Надо делать апгрейд. Что-то я сомневаюсь. Апгрейд. Их дадут вывести. Короче, ребятки, без вложений здесь не выведешь. Я не буду здесь работать, я не буду вкладывать в апгрейд денежные средства. У меня есть майнеры, где я прекрасно зарабатываю. И я не советую. Здесь минимальный 133 монеты надо вложить. Ой, 100 монет. Подождите, 10 ГХС. Да, 100 монет, получите 133. Нет, я вот в это... Хотите работать, работайте. Я удаляю этот бот. Я в нем работать не буду. Пусть работают зарубежные товарищи. Мне это не надо. Ну, в принципе, на этом все. Значит, не платит без вложений. До новых встреч.